Пусто. Дожди, наше все. У меня сегодня выходной, и я выползла к цветам. Ну, что хочу сказать. Вот эти, наверное, я буду утилизировать полностью, освобождать место, потому что здесь уже и вирус, и, видите, они уже болеют, и дожди все-таки это не теплица, а улица. Пеларгошки оставлю, бальзамин оставлю, калибрашечки тоже пока. Смотрите, как разошлась бегошка. Просто вот такая лапочка, красотулечка. Колиусы прям вот радуют меня. Темные. Надо их, конечно, в контрасте с белыми. Надо придумать что-нибудь на следующий год. Пойдемте в теплицу сходим, посмотрим, что там есть. Так. В розовый его начинает переходить. Так, мультифлора. Тоже цвет уже виден. Малина. Пойдемте глянем, что у нас. Вот тут у нас до сих пор в рассаде живут томаты. Вон они. Вон они там. О, здесь тепленько, влажно. Помидорки. Так, и черри. Ну, вырывать не буду, пусть пока растут. Вот. Давайте с этой стороны покажу. Смотрите, какие томатики. Это тиамонт сорт. Это вот красные томаты. Мы на салат берем пинкард. Нравится. А замораживать буду тиамонт. Черюшечки. Сейчас я прорастила огурцы. Сюда буду. Сейчас воткну огурцы. Будут, будут. Не будут, не будут. Смотрите, видите, как у нас растут в рассадных стаканах. Так, выживает сильнейший. Пойдемте, я вам покажу огуречки. Сереж, пока не будешь жужжать, я сейчас быстро покажу огурчики. У нас тут трава, пожалуйста. Огурцы в открытом. Перчики тоже на улице живут. Картошечки немножко. Пойдемте. Ух ты! Вот это да! Ну, здесь тепленько, конечно. Нам что, у нас здесь работает обогреватель. Перец краснеет. Угу. И вот завязываются такие смешные арбузы. Надо им гамачки сделать. Смотрите, какие смешные арбузята. Вот он у нас такой лежит, загорает. 25 градусов, 90% влажности, шикарные условия. Надо сюда мне прийти, подвязать до конца. И вот маленькие огурчата наши. Пропасынковать и подвязать. Еще вот здесь немножко ряд не подвязан. Купили веревку. Доделаем. Сегодня все, что успею, сделаю. Вот так вот. Такие последние вести с Подрастюшина.